Да, Аарон, верно, у фараона есть власть. Он может лишить вас пищи, крова, свободы. Он может забрать у вас сыновей и дочерей. Не дамся никому, особенно этому наглому мальчишке. Отпустите веревку! Я требую, чтобы меня освободили! Извини, пожалуйста, я не ожидала увидеть тебя здесь, в таком месте у нашего дома. Наконец-то! Эй, Моисей, как ощущение? Приятно валяться в грязи. Бог, что это он вдруг вспомнил о нас? А ты, Моисей, давно ли начал защищать рабов? Когда узнал, что ты один из нас? Возблагодарим Бога за то, что он дал нам пищу. И давайте поприветствуем этого храброго юношу и воздадим ему почести. В основе фильма лежит библейская история, изложенная во второй книге Пятикнижья Моисея «Исход». И хотя были допущены некоторые художественные вольности, мы считаем, что этот фильм передает суть и целостность библейского сюжета, который является духовным источником для миллионов верующих людей во всем мире. «Возьми жезл в руку свою, Моисей, им ты будешь творить знамения. Я буду с тобой, Моисей». «Я думаю, мне пора с этим покончить. Будет вопль великий по всей земле египетской, какого не бывало и какого не будет более».